обязанности служебные. И когда нас пытаются такими изобразить, что вот вы с народом туда, мы вне политики, выполняем воинский долг. И этот хаос, который сейчас может быть, хаос, и так уже смотрите, что с Киевом делает, с центральной частью города. В Бишкеке, так там всю столицу, весь центр сожгли. Мы что, этого хотим? Вы этого хотите? Нет. Поэтому мы для этого и стоим. Чтобы вот эти молодчики, которые уже настолько там, я не знаю, в каком они драйве, они могут что угодно сделать за спинами этих простых, нормальных людей, которые пришли пообщаться, вышли, чтобы какой-то протест свой высказаться о наболевшем, нет вопросов. Но это не должно быть противостояние силового. Это обыкновенные люди, нормальные люди, которые служат государству своему и все делают для того, чтобы не пролилась кровь. Спасибо большое. Спасибо, Иван. Спасибо. Поснимай, как есть.